Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадисом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Саре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову.